Всем приветик! Всем доброе утречко! Поздравляю вас с майскими праздниками! Кто празднует? Желаю вам прекрасных выходных длительных, хорошей солнечной погодки, чтобы вы могли встретиться с семьей, с друзьями, хорошо провести время, чтобы сбылись все ваши планы. А мы работаем, учимся, готовимся к экзаменам в лицее. Так что школа работает только для 4-го курса, для нас, чтобы мы повторили материал, закончили еще тот, что не сделали, чтобы все было сделано, чтобы мы получили успешные результаты. Желаю вам замечательного настроения и классного денечка. Отдыхайте. Люблю вас. Всем приветик! Возвращаюсь в лицею. Сегодня 2 мая. В Катовице так много людей. Прям толпы, нашествия. Покажу вам через секундочку. Конечно, выходные. Все ходят, гуляют, отдыхают, едят мороженое. Я вот возвращаюсь из лицея и купила маме маленький букетик ландышей. Думаю, будет приятно. Хорошего вечера вам! Кафе тоже все столики заняты.